И мои друзья, сегодня 3 апреля еду по железной дороге на «Ласточке» с Адлера Сочи в Краснодар и вижу вот дельфины. И думаю, в кого честь они плывут и радуют глаза. Поруков Вячеслав, поздравляем тебя с днем рождения. Желаем долгих лет жизни, благополучия, успехов, всех благ земных. Всего самого наилучшего.